во-первых, чем мы руководствуем? Естественно, только одним. Это тем, что нас туда ведет Господь, и никакие не могут быть темные силы. Он с нами, мы ему молимся. После того, как я увидел духовников, старцев, имел с ними общение, получил благословение Святейшей Церкви Православной, еще при том патриархе, нами уважаемом, и ныне он будет обязательно святым человеком, он святой для нас. Вот. Мы стали по-другому созерцать подземку, мы увидели, как от нас стали просто отбрасываться в сторону эти темные силы. Зачастую даже при слабом фонаре, мы ощущаем такой свет, который высвечивает перед нами то, что для другого не высветит. То я считаю, как отец сказал, в конце каждого туннеля есть свет, и это свет истины. Вот мы молимся, мы идем, и мы ощущаем, что мы несем с собой и молитву, и Слово Божье, Слово Христа, и свою выцерковленность, и свои, так сказать, какие-то христианские принципы, и в воспитании, и в том, чтобы достать нужную информацию и предупредить беду. Вот только вот с этими добрыми помыслами. Как только что-то вот не так, Господь сразу это корректирует. Мы это поняли, что у нас другая совершенно миссия. Говорить людям правду о том, что есть под землей. Ну и, может быть, где-то интересные какие-то байки создавать для того, чтобы было весело жить. Потому что наша правда не всегда, она лицеприятна. Когда о себе говоришь с чиновниками, они говорят, Михайлов, это, видимо, мультимиллионер должен быть, потому ага. что человек, который постоянно работает... Роликса нет. Вот поэтому кладоискательская контора Владимира Порываева вышла на нас, думая, что мы сейчас им дадим все клады, какие только спрятаны. Да, мы так же, как и они, знаем, где это может находиться. Но у нас те же самые трудности. Мы же не можем коллектор ФАПСИ ломать, чтобы подойти к данному кладу. Мы не можем его обрывать тайно под землей, как некоторые думают. Естественно, подойдя к этому месту, мы понимаем, это государственная территория, и мы не станем его, естественно. Так уже у нас было с Центробанком. Когда нас вызвали неожиданно в Центробанк, потому что президент обратил внимание на то, что диггеры там побывали, и рассказал, а какие диггеры, он даже не спросил, какие псевдодиггеры, назвавшиеся диггерами, сказали, что в Центробанке есть проход. Меня вызвали в Центробанк, и я там 4 часа отдувался, показывая проходы, которые к ним не ведут. Так что вот такие дела. Да, я обращался к Архангелу Михаилу в момент, Архангел Михаил, Михаиле, глава святого воинства, молитву эту знаете, да, в момент, когда нас догоняла вода. Вот в последние секунды, когда этот водосток, вот он чуть меньше вот этой комнаты, но по высоте такой, сжатый в объеме, заполнялся мутной водой, мы увидели все в нем, свою смерть, да, презервативы, дохлых крыс, куски веток, люк колодезный пролетел, там все вот так несется. И выйти мы не могли уже, больше 8 метров в секунду, как потом посчитали. И мы увидели колодец. Вот часто бывают колодцы сбоку, вот Миша знает, да, а бывают в центре свода. Ты помнишь, Миша, это дело? Вот Михаил свидетель. И допрыгнуть невозможно. Невозможно, он наверху, вот на расстоянии метра полтора. И вот вода мы могли, а она же проносит нас, и она уже ближе, и все вот шквалом. Это просто ужас, мы вот начали молиться. Я молился, крикнул, молитесь. Не знаю, они потом говорят, что в душе не молись, я молился. Образовался вал воды в виде ступенек, то есть мы увидели ступеньки, я по этим ступенькам поднялся к колодцу, ребят потянул, они подтягивались, и мы до скоб дошли до старых, по ним вышли наверх, метров 6 колодец, вода вышла в колодец, нам стало тяжело дышать, и я еще напрягся головой, в касках, плечами, и сбросил колодец, мы вылезли. Оказалось, на колодце был асфальт, он был забутован, и стояла еще это, положенная туда детская карусель. Вот такая была ситуация. И когда я рассказал на одном ток-шоу об этом, меня попросили. Сидящий ученый напротив, он сказал, с теми, кто ходит по воде, я вообще не беседую. А вот церковник там был, отец святой, вот не помню кто, он прям встал и сказал, а я Михайлову верю, вот именно только такие чудеса и могут людей спасать, которые этим занимаются. Вадим, земля живая? Земля живая. Это безусловно. Это не инертное, не совсем прямо геологическое, потому что мы плохо знаем о геологии. Это метафизиохимическое и палеофизиохимическое, как угодно можете говорить, масса, субстрат, живое существо. И на серой чешуе асфальта, я считаю, вот этот вот пространственно-временной континуум не распространяется. Он проходит сквозь нее, она со Вселенной дышит, естественно. И как планетоид, и как планета, и как все сущее, да? Скорее всего, мы на ней паразиты. Мы должны правильно с ней симбионировать, иначе она нас вытолкнет. Вытолкнет, сотрет своего, так сказать, чела. Мы должны ее любить. И кому, как не диггерам, которые внутри этой земли находятся, вон сколько там пиративных урожей. На самом деле у нее все это есть. И женские, и мужские начала. Все есть.
вот от того, как мы будем там в ней гинекологизировать, там, я не знаю, вот лечить ее, наблюдать за ее болезнями, предупреждать, предотвращать на своем уровне каждый, наверное, будет создаваться безопасность для Земли. По-разному. Мы спускались всего на 840 метров. Это укол в Адам яблоке планеты такой, что его можно не заметить. 840 метров. Для нас это огромное расстояние. Это не шахты, которые прорыты, они еще глубже. Мы бывали в более глубоких. Вот за эти 840 метров, которые мы были под Москвой, до того, как мы попали в эту полость, мы испытали ледник, как в морге. По леднику шли, потом по жаре банной, хотя теплотрасс рядом не было. Потом попали в магнитную аномалию, и только после этого почувствовали легкий бриз, дуновение ветра, дыхание системы, и поняли, что мы находимся в неком геологическом таком, в некой геологической полости. А потом ее уже по-разному описывали, мы ее по-своему нарисовали, всего увидеть мы не могли, то, что высвечивалось, то мы нарисовали. Но она была вот такой. И вот такие были давления, и давление было, уши закладывало, из носа кровь, я помню, у двоих ребят шла. Мы потом остановились, ждали, через полчаса звон в ушах исчез, радужные вот это вот радужные круги исчезли, кислородной недостаточности не было никакой. Потом дальше пошли. А в пещерах этого практически не бывает. Вадим, но ваши исследования с ребятами... Это город. Спасибо за оценку. Это тогда по-другому надо оценивать. Вашими словами, подайте, пожалуйста, нас. Мы не можем до президента достучаться. Вы вот там, ближе к Кормилу. Мы готовы. Мы готовы защитить. Мы готовы защитить диссертации. Они, собственно говоря, у нас написаны. Просто нужно их правильно оформить и подать их уже наукоемко. Это мы не сможем сделать. А защитить мы готовы. Потом у нас есть научный потенциал хороший. За счет этих ученых мы их можем сделать и их продвинуть. Потому что эти молодые ученые и не очень молодые, они были отторгнуты администрацией Лужкова. И он там наплел такое президенту. Потому что они вредят строительному бизнесу. Ведь строительный бизнес не будет работать, если люди скажут, мы не хотим жить над бездной. Мы не хотим так же провалиться, как в Санкт-Петербурге. Вот мы тогда вылетали, да? Мы не хотим быть над полостью, мы не хотим, чтобы дом развился над геотектонической трещиной. Давайте все это усовершенствуйте и улучшайте. Это потеря денег для строительного бизнеса. По крайней мере в Москве. А я думаю еще про всю Россию думаю сейчас. Это для любой страны мира, в особенности для таких сложных регионов геологических наших, российских. А город не стал тем монстром, который сжирает души людские? Ведь когда ты под землей видишь останки людей, у тебя есть ощущение, что их души сожраны? Да. Есть, я вообще вижу вот останки обглоданные. Я не могу сказать, что это крысы, никак. Просто снята кожа, например. Ну, труп уже пролежал какое-то время, а так кожа не гниет. Она просто была снята, стерта, содрана. И пролететь в этом месте так человек не мог обшарпаться, понимаешь, в которых мы находим такие. Их, как правило, не опознают, генетически спидернелуют. Все это захоранится или убирается, или сам, знаешь, ну, так вот идет это все. И мы тут участвуем, молчим. Это часто бывает. Подземка, она просто, я думаю, что... 60% из 100 исчезнувших в городах крупных попадают вниз. Криминальное ли это попадание, потому что их туда убирают? Единичные исследователи, сейчас их больше стало. Или же это разборки, в которые кто-то попал, или же это специальное утягивание, или же это то, что-то инфернальное, непонятное для нас пока, но оно существует. Уже если даже криптозоологи стали к нам подходить и интересоваться чем-то, уж понятно, что не все просто так. Ну вот, вот так. А то, что там какие-то базы НЛО и так далее, это надо где-то на континентах искать. А вот город, прямо мы берем город под ногами. Криминальный мир, философский мир, духовный мир и некрополь, гигантский некрополь человечества. Город мертвых под городом живых. И так и хочется по латыни написать здесь. Мертвые помогают живым. А мы все попираем эти останки. Кстати, вот отвечая на это, я хочу сказать, под Старопинским переулком, под Государственной Думой, на Тверской улице в районе дома 9 и 8. И во многих других местах, это я просто примеры яркие привел, прямо лежат старцы землерусские в гробах. Некоторые даже почти нетленные. По ним были вскрыты, проведена канализация, по некоторым кабель прошел. И так они и лежат. Они попраны нашей канализацией. Да, а в этих домах наверху происходят трещины, умирают люди от непонятных заболеваний, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И это все можно как угодно вот говорите, а я уверен, что это вредит нашей городской агломерации в духовном плане. Она снимает с ней духовный план. Моление старцев только восстановит, а это снимает. Потому что надо перезахоронить, надо восстановить, надо помнить об этом, надо об этом говорить, писать. А у нас все так сузилось до всяких дома 2 и прочего, мы потеряем медийное поле. Я сейчас просто отдыхаю, разговариваю с вами, потому что у нас нет этого поля общения. Нас его лишили. Нас активно лишили чиновников, которым неинтересно это слушать, потому что им надо выкладывать деньги, отвечать за что-то. Ну, это же вы все знаете прекрасно. Вот, вот об этом я сейчас и сказал.
О ком? Объект Д-6, метро 2. Объект Д-6. И он так интересуется, какие-то диггеры МГУ, какие-то кависы, какие-то... Понимаете, существует огромное количество сайтов, которые мы не можем никак назвать своими. Это псевдопоследователи или горе-последователи. Я не знаю, как их назвать, потому что, когда я преклонялся перед Туром Хейердалом, царством небесным, Юрием Александровичем Сенкевичем, это были постулаты для меня в учении о Тихоокеанском континенте, о расселении народов, там, о чем-то. Вот он для меня был постулат, да? Они называют нас постулатами, которые все родили, что же они с нами не встречаются, а огаживают все, говорят о метро 2, даже о нем такие нелепости говорят, что ко мне обращаются сотрудники спецобъектов и говорят: вы можете остановить этих людей? Не можем. Это не наши люди, они нами называются. Я вот сразу этот негатив хочу снять, перейдя к объекту Д-6, снять этот негатив, потому что я встретился с Туром. У меня есть как бы завещание Тура Хейердала на подземные миры, там остров Пасхи, различных протополинезийских океанических интересных островов. С Сенкевичем работал. Но никогда у меня не было мысли каким-то образом вдруг даже просто отрицательную статью написать об учителях, да? Вот. Вот такие вот появились у нас псевдопоследователи. Они стали проникать в объект метро 2 и думают, что это объект Д-6. И пишут везде: объект Д-6, мы попали, попадают в третьесортные бункеры. Кстати, нарушают закон о государственной тайне. И при этом все обращаются ко мне, потому что они там и пишут: отряд Михайлова или еще что-нибудь, вот на нас ссылаются. И вопросы ФСБ, тогда КГБ, ФСБ в основном сейчас, вопросы к нам. Потому что мы виноваты в том, что они проникают туда. Сколько у меня интересных проектов из-за них провалилось и так далее. Появились зацеперы в метро, зацеперов к нам уже причислили. Нет, просто можно я просто добавлю? Да, да. Буквально, Миша, давай. Да. Начиная где-то с 2000-х годов, наверное, ввиду с тем, что появился интернет, как бы именно диггерство стало очень популярным. Мы виноваты, что мы его потеряли, интернет. Сказать, мы не стали его поддерживать. Даже в те годы, когда я познакомился с Вадимом, там, в 90-х, как бы я никогда не думал, что именно диггерство будет популярным, потому что как бы это такой вид деятельности, да. Как бы, ну то есть, если там даже людям расскажешь, что в люк спускаешься, для них-то уже там канализация, там что-то. Тогда, вот. Да. Но мы никогда не думали, то, что, например, в 2000 году может появиться так, то, что появится действительно, может люди стали офисными работниками, им стало как-то скучно жить. Очень много молодежи. И молодежь, которая просто стала туда спускаться и как бы находила свою сферу общения. Ты хорошая молодежь, да? Есть хорошая. Появился, так же, как знаменитый, сейчас появляется очень много сайтов. Во всех городах очень... ЖЖ всяких там все, да. Интернета, стали люди фотографировать. И просто дошло до такого, даже его скрывать не буду. Появляются как бы молодые люди, которые не ведают даже, что делают, но это можно было сделать раньше. То есть проникали, да, действительно, на довольно-таки очень серьезные объекты. Да, атомные промышленности даже. Вот, это институты. Ни для кого не секрет, то есть можно это свободно найти в интернете. И тот круг людей, которые общаются, непосредственно знают там друг друга, даже знают людей, есть органы, которые этих людей задерживают, то, что там они действительно проникают. Это также вина может быть и ФСБ, и самого метро, потому что действительно можно было в те годы, где-то конец 90-х, начало 2000-х, в эти места было попасть. Сейчас банально, например, мы с Вадимом раньше в метро, то есть она была на гайку закрыта. Да, у Гаева там, конечно, царство ему небесное, на проволоку иногда. Вот, то есть в метро там попасть даже просто достаточно было. Даже если ключ Зодиакяна мог сработать, он же не должен работать вообще. Просто можно было раньше одеть жилетку, например, с Вадимом сколько раз, в любой точке Москвы можно было открыть люк, и даже если стоял милиционер, он мог просто, отойти подальше, то есть, вот там что-то... А впоследствии, помнишь, милиция автографы брала? Да, сейчас, конечно же, сейчас, так как у нас и были теракты, и с этим сейчас подземки, очень много сейчас уделяется времени, то, что сейчас сигнализация, но все равно, находится молодежь, с одной стороны, это может быть, я не хочу сказать. Хорошую тему поднял, я сейчас ее продолжу. Молодые, но они тоже можно дать должное. То есть они такие вещи проникают, там, я не знаю, творят такое, что, действительно, можно сказать, что там у органов, у ФСБ, действительно так, что они сами там. Он поднял замечательную тему, спасибо ему огромное, потому что это тема воспитания. Я сейчас перейду к метро 2 и все равно отвечу, я все помню. Я просто хочу к этому приурочить такую тему. Мы занимаемся воспитательным процессом, и на нас все равно часть вины. Я, например, никогда не успокоюсь. Человек, который реально что-то делал и делает, и у него что-то отняли, а это начало жить по-другому, это все равно его детище. Я все равно ощущаю свою вину в том, что мы не взяли эту молодежь под контроль правильно, так, чтобы они не боялись этого контроля. Но власти виноваты больше. Они обрубали от нас руки нормальным ребятам, они попадали в плохие. И это использовали недобросовестные чиновники и политиканы. Об этом еще сказал в свое время Гудков Геннадий Владимирович. Низкий ему поклон. Вот его убрали из Государственной Думы. А это был единственный человек, который нас реально защищал. После уже там потуг разных других депутатов известных, которые окончились только потугами.
Вот, и я хочу сказать, что сейчас у нас вот центр Диггерленд, который мы развиваем, это нацпроект. Его надо поддержать. Потому что мы не можем как с вами встретиться с президентом и объяснить ему. У президента есть люди, которые всегда его обманут насчет нас. Потому что их интересы немножко могут быть затронуты в случае, если мы попадем в это, так сказать, горнило. Но мы от президента не требуем денег. Мы требуем только одного. Не мешать нам развивать молодежные, хорошие молодежные движения. Тогда ребята не полезут в известный сладкий плод. Они будут работать как вот эти ребята, которые начинали с нами. Как даже знаменитый сейчас кинорежиссер, который здесь стоит. Это наш диггер. В прошлом я горжусь этим. Данила Дубшин. Вот он меня сейчас снимает. Да? Вот сейчас он известный кинорежиссер. Режиссер игрового кино, хотя начинал с документалистики. А Дима Занельевский документалист. Профессионалы начинали с нами, начинали. Они никогда не скажут, что такое было. Оно случилось. Оно должно было случиться, потому что либо движение должно было стать кремлевским, а оно не стало. И его зарубили. А вот сейчас мы хотим протянуть руку молодежи, но для этого, конечно, нужен старт. И вот метро 2 пресловутое, о котором все говорят. Ребята попадали несколько раз на этот объект, даже не ведая, что они в этом объекте. Меня вызывали ФСО, которых я знаю. Я смотрел эти фотографии, не узнавал, естественно, этих молодых людей, понимал, что камеры везде, и с помощью нас же поставлены, они работают. И применить к ним правоприменительную никакую практику нельзя. И засекретить полностью объект тоже нельзя, он уже не является тем секретом. Но 37-й год до сих пор действует. Я хочу что сказать. Метро 2, объект Д6, грандиозная система. Попадают люди вокруг этого объекта. Они тоже, эти объекты, красивые, но не надо обманывать, что метро 2. Это уже вызывает и шпионские страсти у западных товарищей, которые, естественно, к этому относятся по-особому. Стратегема государства до сих пор интересует международный шпионаж. До сих пор, потому что не везде они побывали. И я не хочу, чтобы даже псевдодиггеры, неся имя диггеров в псевдоплане, провели какого-нибудь шпиона, да, или террориста. Поэтому, естественно, метро 2 останется, объект Д6, самым болезненным объектом государства. И не только государство виновато в том, что об объекте этом говорят, а прежде всего люди, которые находят смелость постоянно упоминать об этом объекте в интернете и возбуждать нездоровый интерес. Да, это система, которая имеет сейчас 59 километров реальных, из них 30 километров, которые используются, остальные — это хаос невообразимого, и несовмещение, казалось бы, совмещение несовместимых объектов, в которых растут огромные сосульки. Если бы кто-то там был реально, он бы прежде всего описал это. На кабеле метровые сосульки, течет вода во многих частях объекта, и только в некоторых спецхран Кремля, ФСО, спецохрана или мотодрезины проезжают раз в сутки. Но все остальное — это объект режимный, разделенный на специальные перегородки. В нем стоят специальные камеры нескольких типов, определители, значит, на звук, на тепло и так далее. Они сейчас круче ПОСКа, который являлся оборонительной системой Кремля со времен Сталина. То есть система Филин ушла в далекое прошлое. Есть гораздо более точечные системы уничтожения людей в этом объекте. И то, что никого не уничтожили до сих пор, это не всплыло. Это не значит, что уничтожили, и мы не знаем, потому что это секретно. Просто туда люди не попадают. И слава богу, что они туда не попадают. Но не нужно делать другие объекты, не менее интересные исторические, объектами даже близко к государственной тайне, потому что их из-за этого закрывают для реальных исследований. Таким образом, из-за вот этих вот, из-за этой молодежи, может, специально ее использую для этого. Нас на десятки лет отстранили от изучения возможности от изыскания крупных кладов в библиотеке Иоанна Грозного, да, Либерии, если она вдруг здесь, конечно, и многих-многих других вещей. Ведь до сих пор не найдена могила Аристотеля в Фиораванте, и не найдены многие другие уникальнейшие тайны, и русские святыни тоже не могут быть подняты, даже хоть и в этом заинтересована православная церковь русская, потому что объекты после вот таких демаршей в интернете о метро 2 и прочем просто решили засекретить. Это выгодно чиновникам. И ребята сами сыграли им на руку. Ребята и девчата, потому что я вот раза 3-4, как не снимаешь, куда-нибудь идет, меня снимают, я рассказываю, идет телевидение, вдруг бац, люди с рюкзачками, наполненным пивом. Девчонки, пацаны, вымазанные, довольные. Ой, диггеры появились. Вот, за спиной, конечно, они юродствуют, но постоянно баражируют подземную Москву. Я понимаю это. Это вот запретный плод. Мы, конечно, виноваты, что он не без нас стал запретным, но мы-то стремились тогда к доброму, к Евгенике, а получили такую мразь, как Шариков. Это булгаковскими словами я говорю, конечно, не все такие плохие, но есть отморозки, и я бы с удовольствием вот убрал бы их просто вот из этой вот
как людей, которые не справляются с идеями, с реальными, с несением реального флага и этих идей, с философией, с реальными делами диггерства. Также можно добавить то, что просто происходит вандализм. Если мы, например, по земке относимся, как можно сказать, там, ну, первому или ко второму дому, я уж не знаю, как сказать. Мы никогда вандализмом не занимались, вот. Согласись. И не то, что никогда. Не занимались, также, например, клятва диггеров, там, она как была, там, никогда не пить, не курить, как вести здоровый образ жизни. Не да, принимать наркотики, как, ну, все эти вещи. Самосовершенствование, это есть, ну, нормальная стезя настоящего мужчины. Мы же растем, как, да, да, мудреем. А получается так, то, что, ну, какие-то там, не знаю, дети, там, начиная там, от такого возраста, такого, они именно используют подземку как потребители. Также, например, если там, не знаю, вы там чем-то, может, занимаетесь, там, не знаю, может, вы там с кависа откуда-то, там, не знаю. Да, вот. Судя по вашим получается, вопросам. Вот, то есть, как бы, получается так, просто набирают люди алкоголя, спускаются вниз, устраивают, там, разрисовывают друг друга, потом интернет поливает грязью, все это, низко все это, понимаете, надо как бы уже, ну, становиться, ну, не знаю, там. Ну, конечно, если у Марьяночки Максимовской был своеобразный вопрос. Новый год сколько раз мы отмечали под землей, у нас никогда там пьянок не было. Ну почему? У нас там была Рената Литвинова, Бобби Макферрин, Молчанов. Я устану перечислять, какие известные люди, включая и того же вот, и, Диму Завигельского, Данила Дубшина, посетили. Только что Ливанов вот не спустился, но он старый человек, а он очень хорошо отзывался. Я это сам слышал, он друг Данилы. Данила, да, ну вот, да, с Садикяном доходил. Вадим, еще вопрос. Но интерес диггерского движения не только в России, в Москве, и в Москве. Да. Спасибо. Вот, я думал, задаст ты вопрос. Значит, вот сейчас я неформальный лидер международного движения диггеров, который занимает 15 стран. Я узнал о том, что их 15, я думал, что только 5, 3 года назад, когда начали отзванивать и встречаться те люди, которые там продолжают наше движение. И это уже сыновья, оказывается, оказались. Ну и сами, и сыновья тех, кого я учил когда-то. Ребята из МГИМО, из НИАЗа, из Патрика, из Патриса Лумумбы, из Первого медицинского. Паван Джаши, штат Утар-Прадеш, он оказался, который со мной был во многих путешествиях, и на Белой Монахине, вот это вот все на лодках он снят. Он оказался сыном Раджи. И вот в штате Утар-Прадеш он сейчас главврач одной из больниц. Но он диггер, они там исследуют, он постоянно присылает мне что-то о этих храмах Юдистира, о заброшенных культах Гамати и приглашает туда, когда вот мы сможем. Я думаю, вот это единственное место, где нам и оплатят, как на Мальте приезд. Везде в других местах ребятам сложнее нас вызывать. Ну вот сам факт, ученики везде. Ученики последние, они нас уважают. И они мне всегда говорят, фу, как же у вас там вот это поле, вот как оно, как штормит вашу молодежь. Ну, естественно, Москва, Россия, я говорю, ребят, это Восточный фронт. Вы не забывайте, тут все сложнее гораздо, чем у вас. В маленьких странах и пусть даже более древних. Вот, много вопросов, связанных с теорией пола и земли. Пола и земля. Если вы изучали теорию Кореша, который пытался проникнуть в полую землю, собрал огромные баснословные деньги в прошлом, в 19 веке, и позапрошлом уже, и не удалось ему это сделать, потому что его просто остановили. И кто это был? Это были иезуиты, масоны, кто-то из них. Они все вместе собрались, как над правительством, остановили, потому что ведь проник бы человек. А полой земле известно уже давно. Вы изучаете это, Александр Михайлович, Александр Васильевич, вы изучаете это. Я могу добавить только одно. Я реально уверен, не просто в каких-то там снах там, и в видениях и так далее, а в том, на краю чего мы стояли, и мои друзья-спелеологи тоже, что описывали в природных пещерах, и на краю чего мы стояли в нескольких странах мира, и даже в Подмосковье, в Санкт-Петербурге и на Урале, что безумно, безумно величественные подземелья, которые не относятся к пещерам, не относятся к шахтам пещерных сооружений, а относятся к тому, что было прорыто человечеством, выложено гладким камнем или зеркально отполированным стеклом обсидианом. На острове Пасхи Хердал сказал единственная тайна, которую ты можешь там, ну, мне переводил Сенкевич Александрович, и памяти им я хочу посвятить экспедиции на остров Пасхи. Существует плато, точка X, через которую они попали в пещеры родовые, а там бесконечной глубины шахты, уходящей далеко под шельф моря Тихого океана, выложены этим стеклом. Это то же самое, что описывается о Тибете, о Непале, то же самое на острове Пасхи. Остров Пасхи был сосредоточен центром культа какого-то, да, рассказывающий о том, что из-под земли выходили наверх и уходили некоторые значит, существа, которые отразились в Муаикавакава, в Тангатаману, в различных вот этих вот пластических фигурах Пасхи. Изучая это, мы поняли только одно. Кэтрин Раутлиш, Хердал, метро, в других местах другие ученые, включая Александра Сенкевича, так или иначе останавливались на границах непознанного. Их все останавливали, либо договоренность с правительством, либо недоговоренность, которая... Либо
нецелевое использование времени экспедиции. Нужны целевые экспедиции по проникновению в эти тайны. Тогда мы поймем, действительно ли Земля полая, о случаях попадания, в которые мы знаем с вами очень хорошо, и которые здесь мы устанем перечислять с вами. Почему люди все-таки смотрят в небо, а не под землю? А, человек божественный. Он должен пройти здесь, очиститься, может быть, попасть под землю, там еще пройти какие-то перевоплощения в неком подземелье параллельном, не напрямую, а может и напрямую где-то, потому что мы всегда слышим этот шорох работы метлы призраков, которые опочили в бозе в этих подземных сооружениях и до сих пор еще их не подняли наверх. И потом выйти туда, в космос, к другим планетам, в другие миры. Мы шаткий, а может быть, прочный мостик между мирами. И открывая законы о протяженности каких-то порталов, протяжении их, появлении их на Земле к другим мирам, мы чаще всего понимаем, что эти порталы как раз под землей. Они там сосредоточены, они скрыты, это тайники, и вот через эти порталы мы войдем в лучшие миры. Они воплощаются в том, что мы видим. Находили гигантские черепа, мы сами находили очень маленькие черепа. Вы знаете, что эти артефакты мы не можем просто принести сюда, но они хранятся в других местах, и их можно увидеть все равно. Просто не наша беда, или может быть даже наша беда в том, что мы не можем сейчас это показать, это засекретили. Но тем не менее это выходило в других странах, где эти секретности приоткрывали. Сейчас можем об этом говорить, можете верить, не верить, но службы, которые это все сделали, они сейчас улыбаются и понимают, что родоначальники того, что это засекречено, они, а не мы. Мы можем только вам сказать, что да, находили и гномоподобных лилипутообразных, даже меньше лилипутов тварей, очень близких к гуманоидным, и даже вообще супергуманоидов, судя по лбу там, да, по лобным долям и так далее, не удалось сохранить. Находили огромные черепа, не удалось раскопать по разным причинам, они не даются. Сама природа вещей не дает их поднять. Мы уже и знали, что стоим и не вынем, и не вынули. А то, что вынули, у нас забрали успешно. Но оно есть. То, что удалось найти в виде, я не знаю, выкидыш, зародыш, как это назвать. Потому что он и не зародыш, он вроде взрослый, но как эмбрион. То вы отняли. Вот. Эмбриональное существо, оно плыло по подземной реке, просто его потоком несло. Маленькое, но сформированное. Это держал лично я в руках, и многие ребята. Но вонь была страшная, да? Там вонище было жуткое. Уже разлагалось. Ну вот такое вот. Существует. И оно проникает в наш мир очень... часто выбрасывает его в наши системы. Наши системы настолько плохие, они уже обмывают и трещиноватый известняк, и пещеры в глубине земли, попадают в тот мир, может выбрать, из могил их вытащить, понимаешь, вот из этих. И я считаю, что это подземный мир уже, если скрывал, то он неожиданно вот подарил нам эти тайны в разных местах земли, и люди стали понимать, да, существует. А то, что дети очень часто с ним беседуют, они просто и выходят, они идут не то, что к инфантильным, говорят, инфантильные люди с ними связываются. Дети – это не признак инфантильности, это для нас они как инфантильные. На самом деле для них они ближе по возможности беседовать, разговаривать и даже скрыть эту тайну. И проще каким-то образом общаться. Почему-то часто дети рассказывают о своих встречах с троллями и так далее, им не верят взрослые. А то, что видели иногда взрослые, уже взрослым не верят. Ну вот этих же случаев много. Полая земля, больше им жить негде. Ходы идут под всеми лесами. Направление красных и белых стрел слышали? Потом могу расшифровать. В известняке белые, в красном это уже кирпичные сооружения. А есть и бетонные, а бетон времен фараонов. Вот как вы это объясните? Бетон времен фараонов, без опалубки. Плотнейший бетон. Круче, чем в Атлантическом валу, чем в сооружениях Гитлера, самых мощных. Ну и так далее. Ходы, я считаю, идут под всеми местами земли. Ну, он пытался и на нас выйти, как-то вот ему не удалось. Ну, это тоже, это могло случиться, я поверю, кстати. Мне говорят, вот сумасшедший старик. А почему он сумасшедший? Реально, реально, вот я просто говорю, мы в лесу нас вызвали за 450 километров лес. 200 туда километров нет лесника, и 200 туда нет ничего. Не буду называть сейчас область, просто не буду, чтобы полемика не возникла. Провалился, провал произошел. У него микрокультиватор там провалился. И он увидел ход, который просто не должен быть. Мы под лесом вошли в жилу, километр два туда-туда прошли, пахнет мускусом. Присутствие чего-то. И отглаженные ходы по ним все время ходят. На глубине 3 метра, под корнями деревьев. И уходит, и все, и мы вышли назад. И воздух, главное, идет. Почему? Что-то гонит воздух. Ничего не обрушивает. Это не дресторические ходы, которые мы находили. В них и дышать невозможно. Акваланги надеваешь, трубы проводишь, и не можешь, и раскопками занимаешься. Он идет до бесконечности ход. Вот мы отметили его, закрыли там, как он хотел. Но снимать будем все равно. Это было прям зимой. В 30 градусов мороз, да, прям? Практически 30 градусов мороз. Вот когда это случилось. И это не раз уже происходило, просто мы не были свидетелями. Здесь мы свидетели, когда... А сколько нас вызывали, мы не верили. А теперь я думаю, что так оно и было.
в другие места и регионы, где подобное. И тогда поверить теории вот этих направлений красных и белых стрел, которые еще и Стилецкий, Игнатий Яковлевич, поддерживал, можно. Вот. Я извиняюсь, что я не ответил на что-то. Ну да, вот оно такое. Полая земля, я уверен, что она полая. Кто-то разрабатывал землю до того, как наши цивилизации, даже античные цивилизации пришли сюда, уж наши тем более. Потому что многие шахтеры попадают уже на выработки. Они заканчивают свою лаву, входят, а там уже выработка, которую кто-то разрабатывал когда-то. Они не нашли там ни машин, ничего, им просто не дали это сделать. Они же тут же доложили, это все дело закрыли. Но факт, что в Кембридже, где-то в Уэльсе, где-то у нас на северах, глубоких, в Перми там еще где-то, уже попадали так на, и даже закрыли из-за этого шахты некоторые частные и даже государственные системы. А вот на сверху что там происходило? Да, было, все об этом поговорили и закрыли. У меня вот, кстати, один ученый был, который этим занимался, он побывал. Его, естественно, очень быстро убрали из правительственной комиссии, была правительственная комиссия, потому что знают, что его связь очень большая с неординарными людьми, с разными и неформальными, и убрали. Но то, что он уже видел, да, это абсолютно сумасшедших людей, которых держат в смирительной рубашке, пока не вывели из этого состояния. Их называют отравленными, выкрикивают они страшные вещи, он там описывал некоторые вещи. А то, что разговаривал в правительственной комиссии, там женщина одна, можно верить, можно не верить, что одно существо, которое выскочило с породы, его удалось убить кирхой по голове, и оно существует, его смотрели, ну и фотографии, как вот в случае с непонятным, разыграли это, не разыграли инопланетян, нету. А описали его очень хорошо. Вот я даже не буду его описывать, потому что сейчас это вызовет либо улыбки, либо еще что-то. Но описано оно как сказочное былинное существо, уже известное нам по литературе Гоголя. Ну, вот, собственно говоря, такие вещи. Лавкрафт касался этой темы. Когда на лугу кто-то... Ну вот, наверное, все-таки это ближе к тем людям, которые там живут, чем я буду по теориям и своему внутреннему наполнению, видению этого рассказывать. Ну да, ну вот не на Кайлас, конечно, потому что по Кайласам, я думаю, что находится нечто другое, линзообразно отображенное внутрь. Если говорить о теории зеркального отображения поверхностного, мы так часто видели фундаментальные вещи, просто фундаментальные, которые могут перевернуть основу физики, геологии и, наверное, даже инженерного дела. Когда под городами долго ты находишься в разных системах, ты начинаешь их рисовать или понимать, что их можно откомпьютеризировать. Вот в этой компьютерной графике ничего нельзя по-другому сделать, как то, что город будет отображен своими домами в виде систем вниз. Вот все высотные здания, все крупные дома и храмы отобразились снизу. Некоторых не существует, нижнее отображение есть. В виде породистых таких уплотнений, провалов и различных коммуникационных вещей, которые организуют обратное отображение этой структуры, стоящей вверх. Зеркальное отображение. Это было бы интересно. Мы можем это обсудить, да? Да. Да. Ну, опасная экспедиция, конечно. Да, и мы просто это обсудим. Да. Замечательно. Мы всегда так и подразумевали. Вот тогда, когда Юрий Александрович Сенкевич, кстати, последняя статья Сенкевича посвящена нам. Вот он эту статью дал, интервью, эту статью, и через 2 недели, не давая никому интервью, умер. Мы его хоронили. Он сказал, что в этой статье, она есть у нас, что он бы хотел сделать с нами ряд программ, продолжать. Мы же с ним готовили эту экспедицию, и Хердала хотели посетить тогда. Но вот он умер раньше, а потом Юрий Александрович сразу сгорел. Он не мог пережить смерть друга. А Ивон, конечно, это уже не та женщина, которая могла бы это делать. Конечно, я ему это посвящаю. И он уже видел, что мы будем что-то он наверху показывать, и мы тут же проверять. Это так и надо. Симбиоз, спелеологи, акванавты, да... И диггеры, а у нас разноплановые, у нас есть и пещерные водолазы, да, и спелеологи, и диггеры сугубо, спелеологи там. Все представлены в экспедиции, все по единице. Очень хорошие спасатели вместе с тем. То есть наши не будут вызывать местные МЧС, хотя они по идее должны. Они скорее сами себя спасут. Не дай бог, конечно, чтобы такое случилось, но отбросим суеверие. Поэтому за подземной Одиссеей, я думаю, будущее хорошее. И мы вас всех пригласим смотреть этот сериал, что называется, вживую. Там не будет розыгрыша. Мы будем что-то открывать, пытаться открывать при зрителе, что раньше никогда не делали. Делали всегда подстройку, еще что-то уже. Да, мы пройдем уже известные места. Какие-то вот как, уважаемый человек, будем открывать прямо при зрителе. Это интересно, я считаю. Я боюсь, готовиться к сопротивлению властей.
Оно всегда и было, поэтому 17 лет идея вызревала, мне дали на нашей планете, на планете Табашников, на моя планета, все, дали уже делать, я уже должен быть ведущим, мы подготовили программу, звонок сверху, и мы расстались. Так что было такое. Но там была более жесткая программа, сейчас мы помягче сделаем. Властям нужно понимать, что они боятся, просто они не могут предвидеть, предугадать. Мы готовы с ними обсуждать любой сценарный план, вы же знаете, это прекрасно. Я понимаю. Тем не менее, снимать надо, делать надо. Вот. И все равно это будет делать не мы, так другие будут делать. Каждый на своем уровне из других стран это придет к нам. Зачем же делать, если есть приоритет России? Мы на Мальте открыли подземный город, открыли. Это приоритет России. Путин об этом не знает. А РИА Новости знает, а Путин нет. Почему? Он давно бы мог это как приоритет России. Мальта. Впервые российский диггер открыли на Мальте подземный город. Это Россия сделала для Мальты. Мы же его не забираем. Выпиваю или напиваю? Диггер блюз? Это диггер блюз. Да так что-то вот такое иногда. Да когда можно? Мы когда на привалах мы поем вот такие вот вещи, какие-то стихи. А так-то некогда. Ты же весь измотан. У тебя и акваланг, все, ты проходишь что-то, следишь за газообразовательными приборами, там, определителями, химза, там, все это. Тяжело. Тут уже не до песни. Можно что-то бурчать, но оно больше будет похоже дочным зальдатом. Что-то такое будет. Странное такое. А материться под землей страшно? Лучше не материться, честно говоря. Вот то, что было использовано. Вот это вот второе дно. Мы больше уже после этого фильма, я понял, не надо. Ни при журналистах, ни при ком. Они эту кухню всю поднимут. И так как-то себя более культурными сделали ребятами. Императивные выражения и даже наши фольклорические выражения. У нас же есть свой диггерский фольклор. Там заштебранить, потыки, защелиться, ляпис, птенчик, там, алабыть, шуц, газун, перун. Там. Мы это убрали. Все это убрали, хотя в словаре это вышло. Помнишь, словарь этот был? Но мы убрали. И мат, он вызывает какие-то просто негативные явления. То есть даже можно увидеть, человек нам матерится с нами идет. Структура меняется, вот просто воздушная структура меняется. Мы это видим как кристаллизация какая-то, она мешает. Мешает дышать, все, вот просто практически человека останавливаешь. Или ты не кури, там тоже это нельзя, в некоторых местах можно, казалось бы. Не надо лучше. И уж точно не надо выражаться, потому что можно испортить все. Это вот как каска тигра, если она упала, будет катастрофа. Какая это уже вопрос? Но обязательно будет какой-то пожар или еще что-то, и нас вышлют, и мы там будем долго. Вот это сложилось, и оно притягивает за собой это. Сколько раз у меня не падало, или сытно наешься, если, и в этот день будешь думать только о еде. Вот с таким животом поедешь на спасательные работы, точно, совершенно. Мы даже это ввели в обиход, что вот некоторые вещи не делают. Мы не таскаем их с собой, а собаки вот Центроспаса, но они, естественно, и помогают. А вот что раньше делали эксперименты, больше всего крот ощущает присутствие опасности. От аномальных сил до обрушения потолка, пожара, загазованности крот. Как ни странно, крот. Не мыши, они уже привыкли ко всему. Приспосабливаются на шестой день к условиям, близким к опасности для тебя. Она еще жива, и пока она уже не сдохнет, тогда уже поздно. Проще вот наш газоанализатор. Включить групповой или изначально грушей накачать, чем верить мыши или попугаю. И жалко птичку, как говорится, да? А крот волей-неволей, мы же их там, они часто падают на голову, вот это смешно. На голову падают кроты. То есть в некоторых сооружениях, там, кладбищенских и так далее, где уже разорваны тюбинги и так далее, просто вот если некоторое время побольше, они дохлые валяются, река их выносит. Мы думали, почему? Они просто роются и не ощущают своим кротовым чувством такой полости. Просто неожиданно проваливаются. И все, он беспомощный там. Это странные существа. Мы даже нашли одного крота. Я не знаю, то ли его изменила так природа. Но если говорить о мутации, то вот мы не забрали. Это просто не было возможности. Мы-то сами выживали, выходили. Но мы странно увидели. У крота элементы панциря. У него элементы укрепленности самой структуры кротовой. То есть изменены все. Такая вещь, мы там описали, что-нибудь не может быть. Мы видели. И он больше размером крота. Он очень такой. Я бы сказал, там броненосный крот, да? Вот такую штуку мы видели, мертвую. Вот. Видимо, существует в каких-то породах и другие существа, о которых мы совершенно не знаем. Во всяком случае, под кладбищами. Я еще хотел тебя спросить. Можно еще вопрос? Только отсюда. Вот. А все никто не спрашивает ничего. Всем все ясно. Ну, хорошо, что не пресс-конференция у нас. Дело в том, что... В последнее время их нет. Да. И ты потом на фотографии видишь, появляются вот такие, не падают, как да. Снежинки,
а восходящие. А поднимаются, да. Восходящие шары. Да. У некоторых я брал фотоаппараты, да, да, с хорошим увеличением, да, и с разрешением. Когда увеличиваешь, увеличиваешь, оказывается, там лица. Да. Но и только... они разные. Есть красные, есть синие, есть зеленые. Все, что вы увидите у купелей и у святых источников под храмами в там виде одр, это будет не одр, это антиодр. Это все уже... Ну, не то, что прям святыми нельзя назвать, но это то, что уже очистившееся. Мы заходили в этот реактор, нам показывали реактор в свое время. Мы проходили мимо него. Да, охраняется людьми ФСО и ФСБ, метро 2, объект Д6, бывшая девятка, ныне 10-е управление А, Альфа 10А. Мы с этими альфовцами, то, собственно, и штурмовали Нордост, которые там несли охрану, и там встретились, и они нам все это обсуждали. Тоже вот подземный был штурм, и подземщиков из МГУ, которые охраняют альфовцев, взяли на штурм Нордоста, потому что мы из-под земли нашли проходы под основной зал Нордоста. Вот сейчас награждают других под нас, опять псевдодиггеры попали, и Кобзон их еще продвигает, представляете? А мои ребята, кто это решал, этот подвиг совершили, никого и не наградили, собственно говоря. Но этого мы уже ответвляемся в Нордост. Сохранили. Сохранили, да. Хорошо, не сохранили, не заспиртовали где-нибудь. Или в лед не врыли. Слава Богу. Это не рудимент вот той эпохи. Конечно. Вы абсолютно правильно сказали. Я... Сейчас уже современные средства доставки. Рудиментарные щупальца псевдоподии ложноножки, вот я бы так назвал. Вот точно, абсолютно. Это могло быть, этот рудимент красиво. Ведь в метро 2 входит и объект ГО-42. А ГОшники, его использующие, якобы ГОшники, ну те, кто его купили, они даже не знают, что туда. Мы когда с Лошаком снимали там фильм, вот, естественно, я спустился. И пока он снимал эту секту там, там актеры, я его отвел в сторону, охраны нет, ГО-42, провел туда за музей. Я говорю, вот это видел, открыл ему, там пространство уходит. Это вот и есть к метро 2 объекты, когда рыли метро 2, в него включали все ГО-высотных зданий, а ГО-42 это относится к ГО-высотным зданиям, к метро 3, так называемый. Но это объект никто не рассказывает, потому что в него и шоссе входит, это вообще суперсекретка. А что шоссе? По нему раз в год танки пройдут, а иногда и не ходят по 3 года. И вот я хочу сказать, мы вышли туда, где реальные горные выработки. Вот они интересны. Как строили метро 2, никто же не знает. Глина, машины лежат, эти комбайн мы хотим оттуда поднять. Вот это деньги нужны горнопроходческие у себя поставить в этом музее, если он будет. Это изюминка экспозиции. Там может быть и та самая лодка, потому что с помощью нее тоже что-то рыли. Эти боты оставляли там. Но там, извините, почему? Если приоткрываете, это вот как под этим, под стелой космонавтов. Там... На ВДНХ. Там же лежат убитые заключенные, которые это строили. Там многие захоронены. Воистину, говорил это об этом и Гилеровский, упоминал о том, как слегли. Очень много Гюго описал, как многих просто захоронили в этих водостоках. В частности, про Брюнзо, его история до конца неизвестна. Он начинал строить водостоки Парижа. Об этом мне говорили диссиденты разные, политические заключенные, которым нельзя не верить. И об этом же сказали умирающие. Я у него, у его постели был, мы с ним дружили, дед, ветеран ГРУ. И об этом говорили другие, совершенно другие люди, которые так или иначе касались и этого тоже. Вот, поэтому захоронений много. И мы встретились с этим, и под Заиконоспасским монастырем, к сожалению, помимо старцев, другие туннели, относящиеся ближе к Лубянке, тоже лежат. Он не даст мне обмануть Артем Задикян, все это снято, и им в том числе. Головы, а в затылке пулевое. То есть ставили на колени, сверху вниз стреляли из револьвера. С очень близкого расстояния, потому что противоположное вышиблена кость. Пройдет время, откроет метро 2, но только это, конечно, не год и не два. Ну, а куда не год и не два, откроет метро 2. Молодец. Тоже весь в меня. То есть пройдет время, до сих пор это не осталось еще. Добудьте мне. Ну, на него возьми хотя бы глоток. Я же не пил ничего. Горло промочить, Александр Васильевич. Горло промочить. Сейчас функция от метро 2 вообще ноль никакой. Она не несет. Да, ну иногда проезжают, конечно. Очень редко. Им он лучше, да, он лучше остановит вон транспорт, постоят люди, он проедет поверху. Но очень часто куклу провозят. Вот когда куклу везут, мы видим, да, значит, ну как нам объяснили друзья наши, значит, он там поехал по какой-то причине. А куклу легко отличить, но я не буду рассказывать. Это уже все, это выдача будет. Это мы выдадим. До сих пор, почему как бы тайна метро 2, до сих пор, ну, до конца не
конца, можно сказать, не открыт. Я о воде я вам расскажу. Даже по той простой причине, то, что это не какой-то объект, который, например, рассекретили, создали новый. Это как бы глубоко под землей, если его найдут, то его же не смогут перекопать. Конечно. До сих пор это будет держаться как бы так. Да, когда да. Когда уже пройдет время, там, кто-то знает про это, кто-то может... Да даже когда его полностью раскроют, останутся тайные участки, все равно они будут оставлены. Но там склады будут, зачем? Там. Это уже криминальная тайна будет, да, антикриминала. Но я хочу сказать, в отношении борьбы с терроризмом, конечно, его еще пока не надо не открывать ничего. Потому что оно, как и водостоки Москвы, которые еще можно контролировать, сложно выходит под разные объекты. В том числе под такие объекты, которые легко через него захватить. А пометуя Нордост и прочие дела, хотелось бы, чтобы наоборот, они были замурованы как можно лучше. Ну, чтобы тех, кто достоин, то, может быть, пускали туда поснимать что-то или потренироваться. Ну, водостоки, да. Мы с тобой... Вот с этой командой, да, ребят, которые у нас учились, мы изучили, сейчас вот подсчитывает книга рекордов, они хотят с нами работать, мы изучили, оказывается, вот 38 лет подходит к концу, да, если говорить только о водостоках, 16 тысяч километров подземных рек. Можете себе представить такую цифру? Самый большой. Почему интересуются? Потому что много раз входили и выходили, и вот насчиталось такой счетчик. Почему люди интересуются метро 2? Используют в гражданских целях. В Домодедово проще ездить. Чем да и даже посмотреть хотят люди. Что это такое просто? А туда мучаются люди. Они, может, никогда больше не... Нет, но я хочу сказать так. Система не готова к приему такого количества гражданских лиц. Там военный 3-4 проедет, президент бы проехал и все. Она не готова по турбинам. Все менять надо. По эскалаторам не готова, потому что спускаются на лифтах. Это только в МИДе в него идут эскалаторы, а в других местах лифтовые части. Это не каждый, как в Лондоне, готов спуститься. Старичок, старушка. Есть кого-то в метро 2 проводил. Проводил Хонекера. Да, а, нет, нет, это Ельцин Хонекера проводил Брежнев. Ельцин кого-то еще проводил, да. И все. И все, больше никто не побывал. Два президента других стран. Вот мы так сидим, вот тоже о метро 2 разговариваем, а тот, например, там работает. Вот он каждый день приходит. Но мой дядя-то работал, мой дядя-то работал, он говорит, ты в самые лучшие годы, когда ты говорил, я боялся, не скажешь ничего. Он работал на шахте, обеспечивающей воздухом одной из шахт. Кстати, недалеко от проспекта Вернадского. Но это все знают, так, что они там есть. Может, что-то еще такое другое, не метро 2? Чего же вы так на нем зациклились-то? Можете рассказать что-нибудь про объект анабиоз? Как? Мне показалось, лептоспироз. А вот знаете что? Могу. Потому что на самом деле никто не знает, вот что у нас есть Придуралье и у нас есть Татьма. Известные места. Придуральские я не буду конкретно называть, а под Татьмой там есть такие места, просто ледники непонятные внутри островных холмовых систем южно-русской полосы, северно-русской полосы, в которых были заводы, вот, а в Придурале тем более, и испытательные цеха подземные. И вдруг во время наших Великой Отечественной войны там начинают делать свои заводы. А потом каким-то образом вдруг оказывается, что часть цехов просто замерзла. Вот сейчас наши подходили, мы хотим это снимать, тоже сделать, разрешение получить. Ледяное такое вот как бы окно, это цех, начало цеха. А идешь по такой вот неспадающей вот улитке. И ледяное окно, там уже замерзшее. Прямо стоит женщина, не стоит, она сидит у станка, вот так, у станка женщина, того времени, как живая, внутри такого прям какого-то, какой-то жидкости. Ледяной, даже непонятно, вода это или нет, потому что перед ней еще стеклянная дверь это с иллюминатором опущена. Вот что это? Она в анабиозе пребывает или нет? Никто же не проверял. Может, это люди, которые просто таким образом заморожены, там, я не знаю, что случилось. Никто не знает, мы хотим проверить, почему это. И Придуралье такой же тоже находится в бункерах. Людей то ли заморозили, то ли залили чем-то. Как заспиртованные. Но это как лед, потому что вокруг иней там очень сильный холод. А наверху солнце, леса там или зима, наоборот, холод. Такие вот вещи. Значит, анабиоза. Анабиотические программы у нас велись очень давно. Программа «Клеточный страх». Программа, значит, как называлась это... Грахтиты, юзгориды, это силициевая программа и еще какая-то метеоритная программа. Их несколько, они же вылились в фантастические книги. А потом в результате из России перелились на Запад и сняли фильмы о зомби, которые до сих пор снимают, о прибытии к нам на инопланетных каких-то этих капли, вот этот знаменитый фильм. Все это изучалось, это дало повод, пищу, утечка информации даже из СССР была.
шпионской и любой другой. И от самих потом состарившихся работников, которые уж потеряли всю секретность. Хотя они многие секреты в могилу вели. И вот у нас появляются, значит, криогенные различные институты криогенирования. Секретные институты криогенирования. Как институт мозга, он же был вообще засекречен, да? Криогенные институты. А в них хранятся не только люди, там, которые решили перешагнуть вечность и попасть в другие миры. Целые тела. Потом там лаборатории Ильича, мавзолей. Потом просто отдельные головы. Ничего не слышал о мозгах. И, наконец, странные существа, которые прилетели к нам. Это силициевые жизни и прочее. Их нашли в метеоритах или в капсулах. Боялись, что они хотят заселить нашу планету, развиться здесь, что-то уничтожить. Или это какие-то замедленные биологические бомбы замедленного действия. Их тоже закриогенировали. Они тоже ждут там свой час. Потому что как их изучать, никто не знает. Там вот и знаменитый, я вот обращаюсь, он больше об этом знает, знаменитый Цатогуа хранится, этот культ Цатогуа. Он там же хранится, это существо. Тоже в такой же капсуле в одной. Он в таком замороженном виде, огромное существо непонятное. Сидит на своем троне, мне очень хорошо это рассказывали ученые. Это просто из уст профессора было страшно даже слышать деда, который рассказывал, что его прям с троном подняли, вот как он был заморожен там, в Антарктиде его нашли, и также в такую же, сразу же в этой же купели перевозили и также заморозили. Потому что никто не знает, как к нему обращаться, что он будет творить на Земле. Потому что по описаниям древним он просто был ужасный. Жутко много жертв было, много войны было, и погибли от него и старцы, которые предвосхищали это развитие Земли. Очень многие космические хорошие начала, добропорядочные, погибли. Плато Ленг просто исчезло из-за его действий. Кто он? Древний царь Земли? Его хранят тоже. Так много чего хранят. Американцев своим там устроили, мы здесь, в России, англичане очень много устроили тоже всего. Вот, про ковчег тоже ты слышал. Про ковчег ты тоже слышал. И непонятно. Нашли, действительно заморозили. Был действительно реально прообраз Индиана Джонса, доктора Джонса. Или его не вынули, а реально про него говорят. И он там стоит, ждет. Ковчег силы — очень опасная вещь. Я думаю, что если мы даже об этом говорим, Господь разрешил об этом говорить. Потому что прикоснуться к этому — это прикоснуться к божественному. Я как часто говорю, вот ребятам говорил, философия такая, когда мы идем под храмами или древними местами, связанными с величайшими старцами или святыми, мы идем внутри духовной истории, в самой истории. Это просто подарок такой, который там выше всех наград. Так сейчас еще хорошо, то что даже... Это вот к вопросам о такой... Интернет и многих вещей, то есть если там, например вспомнить там наши... Прошлое, например, там, ну даже там мое детство, там, ну, я не такой, как бы, старый. Ну, у нас вот с детства как бы учили, например, ну, то есть даже там в советское время, то есть Бога нет. То есть у нас как была своя программа. Сейчас с помощью там всяких книг, например, можно уже находить какую-то информацию. Например, даже сейчас мы о чем говорим, можем как-то, ну, свободно мыслить. Как-то можем что-то обсудить, да, с чем-то не согласиться. На любом уровне. Какой-то, да, можем литературу почитать этого ученого. Тогда этого не было. Сейчас вот очень много. Коммуникабельность, очень много, общение. Да, начинаешь читать, и многие вот вещи, например. Многие люди, например, становятся вегетарианством, ну, начинают заниматься, тоже какая-то своя там есть вещь. Например, у меня друг стал, говорит, я себя стал хорошо чувствовать там по идейным соображениям. Уже начинаешь задумываться. И то есть уже сейчас уже многие вещи именно там чертуют, здесь, как вот это все, ну, высматриваешь, как бы уже для себя что-то новое ищешь. Раньше этого, конечно, не было. То есть все было стандартно, конечно, как бы там и говорить. И к подземному миру также надо относиться. Сейчас говорим, также, например, сейчас есть сайты, например, «Запретная археология». Да, тоже, да. До сих пор, да, там люди спорят. Так, до сих пор вынимают египетские, да, вещи, как, до сих пор. Как эти камни строили, как там что. Уже сейчас точно уже человек сделал заявление, что до нас была здесь другая цивилизация. Это уже... А мои друзья сейчас и не египетские вещи вынули, еще более древние вынули вещи. Вот они считают, что доегипетская цивилизация была. И до шумеров, до ацтеков, до альмеков. Другая абсолютно процесс. Очень они вообще очень стало космические, эти вещи. Странные веретена такие. Ты видел, нет? Покажу. А можно вот такой момент взять? Андрей Лошак снял фильм «Россия во мгле». 4 серии. Ночью его показывали. Там страшные вещи. Там вот бункеры, масоны собирают. Уже все правда. Ну, мы снимали с ним же. Я там выхожу к этим бункерам. Всего доброго. Рад был вас видеть. Встретимся с каскадерами, да? Пока-пока. Все. Ну, тогда созваниваемся. Очень приятно было вас видеть. Данила, я рад был, что ты снял. Да, жду тебя с этими, ну, со съемками. И побеседовать еще, Данил. Давай, спасибо тебе. Это тут мои ребята. А проблема гибернации, гибернатории, все равно будут существовать, они сейчас существуют. При крупных моргах и мавзолеях больших всегда существуют гибернационные камеры. Но про это никто не знает. Про это никто не знает. Их привязали к крупным моргам и исследовательским институтам, связанным с исследованиями посмертными. И там есть свои гибернатории.
Вот. Для чего они сделаны трон, сказать? Даже в Склифе есть свой гибернаторий. Но об этом вы, конечно, не знали, да? Что под институтом Склифосовского есть институт, занимающийся проблемой холода. Не слышали никогда, да? Ну вот, говорю. Так нет, я вообще закругляюсь, если... Мы уже... Такой интересный был разговор, но уже как бы... Все, спасибо вам большое. Что, не договорить? Да. Все успели показать, рассказать, что могли. Я рад был вас всех здесь видеть. Еще увидимся. Да. Это мозговик.